Друзья, всем привет! Я нахожусь в Шицинике. Это город между Варшавой и Берлином. Очень красивый город с огромным парком, озером. Один из критериев выбора места для эмиграции, но лично у меня, это, конечно же, развлечения, которые вы будете иметь вне работы. Здесь можно развлекаться на воде. Тут существует возможность недорого взять в аренду катер. Тут есть борт и короткие, и длинные. Это, кстати, цены. Все очень приемлемо, недорого. Также в аренду люди берут катамараны. Когда вы едете, допустим, на какие-нибудь сезонные работы, там, на неделю-другую, конечно же, для вас это не имеет значения. Помню у себя случай в своей жизни, когда мы целых 6 месяцев находились в Мехико-Сити. Я просто пытался найти там какие-то развлечения. Да, там есть парк Чапултепек. Да, красиво, да, огромное тоже озеро, утки, белки с рук кормятся. Но, тем не менее, театры, там консерватории и прочее, я не нашел в Мехико-Сити. Там всегда было закрыто или играла какая-нибудь национальная музыка. Вот, но это важный момент, потому что даже приехав в Нью-Йорк, на второй день я уже поехал в консерваторию на Манхэттене, и да, там сделал целый репортаж. Это был Карнеги Холл. Кстати, вот такие лодочки тоже можно арендовать. Приезжайте в Польшу. Сегодня мы будем встречаться с представителями заводов и фабрик, которые представляют вакансии. Вот. И, друзья, не забывайте про наш Инстаграм, у нас уже больше 80 тысяч. Каждый день очень полезные новости. Например, вот сейчас в Германии подписали долгожданный законопроект, связанный с миграцией, связанный с трудоустройством на хорошие позиции. С января 2020 года это стартанет, вы сможете спокойно приехать в Германию с подтвержденным дипломом, там нужны и медики, и инженеры, и так далее. Все это можно найти у нас в Инстаграм. В описании просто найдете ссылку, переходите по ссылке и регистрируетесь, становитесь подписчиком нашей Инстаграм-группы. У нас прибывает очень много людей, всем нравится, никто не отписывается. Так, друзья, всем удачи, привет вам из Шицинника, небольшой провинциальный город с очень классными школами, с возможностью развлекаться, гулять, с большим озером и с неплохими людьми. Я уже тут общаюсь с поляками. Я люблю Шицинник. Здесь можно поплавать. Там же неподалеку находятся кабинки, люди переодеваются, глубина 1,2 метра. Дорожки, 2,4 метра, неплохо. Так все это выглядит, в принципе, неплохо.